Новость для российских автомобилистов. При замене водительских прав больше не требуется повторно предоставлять медицинское заключение. Постановление сегодня опубликовано на сайте правительства. Работать нововведение будет только в том случае, если водитель потерял или повредил права, а также если изменились его персональные данные, например, фамилия. После истечения срока действия или в связи с лишением прав, для того, чтобы получить новый документ, медсправка по-прежнему необходима. Кроме того, в постановлении уточнили перечень транспортных средств, которые входят в высшую категорию и подкатегорию прав.